Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, вы на канале Майджитиру. Вопросы, работаем ли мы с частными лицами? Да, у нас оптовая компания, но мы работаем с частными лицами. Мы находимся по адресу город Новосибирск, улица Николая Островского, 111, корпус 5, третий этаж, 319 офис. Работаем с 9 до 5, с понедельника по пятницу, без обеда. Вы, как обычное частное лицо, можете прийти к нам, выписать здесь товар в офисе, оплатить его и получить на складе. Склад находится здесь же, по этому адресу, на этой же территории. Озон. С Озоном мы работаем, работаем давно. На Озоне у нас мизерное количество ассортимента из того, что у нас, в принципе, есть по товару. Это связано с техническими, в первую очередь, вопросами. У нас не хватает товара сейчас конкретно по многим позициям, поэтому на Озон мы отправляем только то, что более всего востребовано из нашего ассортимента, скажем так. Вот, что можем, отправляем. С Wildberries мы начинаем работать со следующей недели, а документы уже оформлены, договор подписан, на следующей неделе мы начинаем с ними работать. Там тоже будет ассортимент ограниченный достаточно, поэтому имейте в виду. Все наши контакты всегда есть в описании к этому видео. Прежде чем к нам ехать за покупками, обязательно звоните. Если вы не дозвонились, там указаны телефоны дублирующие, дозвонитесь, попробуйте, если первый не сработал, по второму попробуйте подзвониться и по третьему. Вот обычно наши менеджеры всегда отвечают быстро, но бывают случаи, когда загрузка большая, поэтому не обижайтесь, такое тоже случается. На письма мы отвечаем тоже, к сожалению, не так уж быстро, это занимает до суток примерно ответ на запросы, потому что, к сожалению, очень много приходится информации обрабатывать, а менеджеров не хватает на это. Поэтому немножко тут у нас долго все происходит, тем не менее мы стараемся делать это, улучшать эту ситуацию. Вот сейчас вот набираем еще штаты дополнительные. Вот, что касается ассортимента, у нас он широкий, у нас есть сайт myGT.ru. Можете внимание на него обратить, там есть многие позиции из тех, которые не представлены на Озоне и на Wildberries. Также вы можете всегда проконсультироваться, у нас еще раз напомню, можете приехать к нам, консультацию получить у нас по факту на офисе, можете задать вопрос через электронную почту. В каждом видео, которое размещаю на канале, в описании к этому видео есть все наши контакты. Еще раз, если потеряетесь, неохота было записывать и так далее, открываете описание к любому видео, и там все наши контакты присутствуют. Приезжайте к нам в гости, покупайте у нас продукцию. Вы знаете, что мы давно занимаемся брендами японскими, мы занимаемся брендом Verity плотно, мы занимаемся брендами корейскими Eagle, занимаемся брендом японским Castle. Очень давно занимаемся оригинальными маслами, уже больше, наверное, 15 лет. Вот. В принципе, наша структура существует уже 17-й год, наверное, пошел уже, да, 17-й год. Вот, так что мы работаем и с оптовыми клиентами, и работаем с розничными покупателями. Надеюсь, что это видео стало для вас интересным, полезным. Подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики, обращайтесь к нам, всем поможем. Всем пока.